Мероприятия, проведенных в его рамках, охватили практически все сферы двухстороннего взаимодействия. 在我们所计划的项目中，有很大的一部分已经成功的落到实处。根据我们一致的评价，中国的俄罗斯年取得了圆满成功。在俄罗斯年框架下所组织的月300项活动。 Проведенные мероприятия вовлекли в круг дружеского общения сотни тысяч наших граждан и множество регионов. Хочу еще раз от души поблагодарить всех китайских друзей и прежде всего председателя Китайской Народной Республики Ху Цзинтао за заинтересованное участие в этих мероприятиях. 这些活动吸收了数万的、数十万的两国公民以及很多的地区。借此机会，我想再次感谢各位朋友，尤其是感谢胡锦涛主席对各项活动的积极参与和大力支持。 Это общий успех, и он убедительно показал, что наше историческое партнерство имеет большое будущее, а главное опирается на прочную общественную поддержку в обеих странах. Не сомневаюсь, что в рамках открывающегося сегодня Года Китая получат достойное развитие многие из уже выдвинутых в прошлом году инициатив в сферах экономики, науки, культуры. Содержательная программа года представит весь многоликий мир наших соседей, от культурно-исторического наследия Среднего Царства до современной жизни потомков великих героев Хуан Ди и Ян Ди. 中国年的各项活动将为我们展示我们好邻居的 丰富多彩的文化和历史，重峰介绍炎黄子孙的现代生活，以及中国的古代历史。 Среди приоритетных направлений года мероприятия по дальнейшему расширению связи бизнес-сообщества России и Китая. 中国年的重要活动包括推动 两国企业界之间交流的活动。 Завтра в Москве открываются национальные выставки Китая и последующие затем деловые форумы и конференции. 明天中国的国家展将在莫斯科召开，并且中国年期间还要组织很多其他经贸会议。 Программа Года Китая насыщена выступлениями известных театральных коллективов, музыкальными вечерами, художественными выставками, встречами ученых двух стран. 在中国年的活动当中，有很多的文艺团体的演出、音乐会、艺术展览活动、两国科学家的交流会等各项活动。 Самобытная китайская культура во все времена щедро дарила и нашим художникам, и музыкантам, и архитекторам, и творческим работникам всего мира новые творческие образы и впечатления. 艺术内容和资料。 В китайской книге «Перемен» говорится, что похожие голоса звучат в резонансе, а похожие характеры притягиваются друг к другу. 中国的《易经》有一句话，
意思是声音相同则会和谐，心格相近就会相互吸引。 И при всей самобытности наших культур у них немало общих черт. 我们两国各自的文化非常的独特，但是也有很多的共同之处。 Дорогие друзья, сегодня, открывая год Китая в России, мы вместе начинаем восхождение к новым вершинам партнерства. 亲爱的朋友们，今天我们为俄罗斯的中国年拉开序幕，并且要共同攀登两国合作的新高峰。 Древняя китайская мудрость гласит, не бывает, чтобы корень был непрочен, а ветви выросли могучими. 中国有一句话，根深叶茂。 Надо сказать, что прекрасная крона наших совместных усилий, украсившая в последние годы наши отношения, отражает всю глубину и прочность поистине дружеских чувств двух народов. 应当说，我们两国之间合作植树的叶子非常的茂盛。 充分显示出了我们两国人民之间的真诚的友谊。 Убежден, что эта крепкая дружба всегда будет служить нам основой совместной работы. 我相信我们两国人民之间的友情将来会作为发展合作的坚固基础。 Еще раз приветствую всех, кто собрался на эту торжественную церемонию, и от души поздравляю всех граждан наших великих государств с открытием Года Китая в Российской Федерации. Благодарю вас за внимание. Еще раз приветствую всех, кто собрался на эту торжественную церемонию, и от души поздравляю всех граждан наших великих государств с открытием Года Китая в Российской Федерации. Благодарю вас за внимание. 俄罗斯的中国年隆重开幕，谢谢各位。尊敬的普京总统、女士们、先生们、朋友们，在这美好的季节。 我很高兴再次访问伟大邻邦俄罗斯，并和普京总统共同出席中国年开幕式。在这里，我谨代表中国政府和人民，向友好的俄罗斯政府和人民。 Уважаемый господин президент Путин, дамы и господа и друзья, я чрезвычайно рад в столь прекрасный сезон еще раз посетить великую Россию, добрый сосед нашей страны. И вместе с президентом Путиным участвовать в церемонии открытия Года Китая в России. Пользуясь этим случаем, позвольте мне от имени правительства Китайской Народной Республики и китайского народа передать самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания дружественному российскому правительству и народу. 俄罗斯是伟大的国家。